В США стартовала ракета-носитель «Атлас-V». Ракета-носитель «Атлас-V» стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Оснащенная российским двигателем РД-180 ракета выводит на орбиту три аппарата. Ракета-носитель «Атлас-V» стартовала с космодрома на мысе Канаверал с миссией для космического командования США, сообщает оператор запуска United Launch Alliance, ULA. «Атлас-V», оснащенная российским двигателем РД-180, выведет на геостационарную орбиту три спутника. При этом первая ступень ракеты-носителя также оснащена 5 твердыми ракетными ускорителями производства компании Aerojet Rocketdyne. В такой конфигурации Atlas-V способна вывести на орбиту груз весом до 3,8 тонн. Россия запустила на орбиту военный спутник. Напомним, ранее ракета-носитель Ariane-5 успешно вывела на орбиту два спутника связи. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team-correspondent.net. По материалам сайта news.com.